Теперь к событиям в американском Сент-Луисе, где уже третий день не стихают массовые беспорядки. В городе царит хаос. Причиной стал оправдательный приговор бывшему полицейскому, который убил цинокожего. Это произошло еще 6 лет назад, но окончательное решение суд вынес в пятницу. Начало акции протеста было мирное, затем разбушевавшаяся толпа стала бить витрины, громить магазины и кафе, досталось даже дому мэра. Все вылилось в столкновение с полицией, не менее 10 стражей порядка получили ранения. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. Сейчас в городе идет волна арестов, задержанные больше 40 человек. Сообщается, что у демонстрантов изъяты бутылки с химической смесью, которые использовались против полицейских, а также оружие. Сценарий событий напоминает происходившее 3 года назад в Фергюсоне, а это соседний с Сент-Луисом город, где из-за убийства темнокожего полицейским и оправдательного вердикта вспыхнули волнения. Властям пришлось объявить чрезвычайное положение, ввести комендантский час.